В хоккей играют настоящие мужчины. В Новочебоксарском ледовом дворце «Сокол» завершился традиционный всероссийский турнир по хоккею с шайбой на призы газеты «Грани» среди младших юношей 2004 года рождения. Соревнования посвящались памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Андреяна Николаева. 6 команд из разных городов России – Казани, Оренбурга, Кирова, Одинцова, Лабытнанги. Новочебоксарск представили подопечные тренера Сергея Лаптева. В этой игре команде Казани не очень повезло. «Сокол-2004» обыграл их в сухую со счетом 5-0. «Дома и стены помогают», – говорят ребята из новочебоксарской команды. Хоккеисты показали все, чему научились с тех пор, как встали на коньки. Некоторые из них тренируются в Ледовом дворце с 3 лет. Лед, мы уже привыкли к нему. Уверенность в том, что мы победим и займем 1-е место. Тренер нам объясняет, что надо делать на площадке. Говорит, как играть на своих местах. Юным хоккеистам всего 10 лет. Несмотря на это, борьба ничем не уступает взрослому хоккею. За 3 дня каждая команда сыграла со всеми участниками турнира. Команда, набравшая больше очков, по сумме всех встреч стала победителем. Несмотря на родные стены, «Сокол-2004» – лишь бронзовые призеры всероссийского турнира памяти летчика-космонавта Андреяна Николаева. В упорной борьбе они уступили юным хоккеистам команды «Искра» из города Одинцова, которые стали серебряными призерами игр. А золото взяли ребята из Оренбурга, юниор «Газпром». Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика.